сейчас подробности. 20 июля исполнилось 30 лет, как Александр Лукашенко принес присягу и вступил в должность президента Беларуси. За три десятилетия президентства наша страна создала эффективную социально-экономическую модель и завоевала авторитет надежного партнера на мировой арене. Беларусь остается верна курсу созидания мира и справедливости, который выбрала 30 лет назад. Это в ней ценят не только сами граждане, но и другие страны. О том, какой путь прошла Беларусь за последние три десятилетия, говорили участники форума патриотических сил, приуроченного к знаковой для Беларуси дате. Присоединились к мероприятию и около 250 представителей Гродненщины.